А почему бабушка всегда пытается нагормить? Потому что ей все время кажется, что ее внучки не доедают. Вы доедаете? Вас бабушка пытается накормить? Да. Я думаю, что да. Бабушки просто чаще всего же бабушки, возможно, много нерастраченной любви. Ее нужно куда-то погружать. Поэтому внукам достается по всем параметрам. Потому что внуки. Внуки — это какая-то отдушина, это какой-то. Это смысл, безусловно, смысл жизни бабушки. Поэтому накормить смысл жизни нужно обязательно. А почему в мамой каше всегда комочки? Ой, а в моей каше не было никогда комочков, потому что у меня мама очень хорошо взбивала манную кашу. Но я предполагаю, что это из-за свойства муки. Ты как думаешь? Я тоже. Спасибо. Спасибо вам. Любовь – это прежде всего доверие, на мой взгляд, если мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной. Если мы говорим в божественном плане, любовь – это понимание гармонии и соединение таких вещей, как Вселенная, человек и природа. А вспомните свой ваш первый поцелуй? Первый поцелуй, как у любого человека, особенно взрослого человека, почему-то первое, что лезет в голову, это детский сад, да? Потому что вот то. Но я, к сожалению, не смогу назвать имя и фамилию девочки, но первый поцелуй я получил в детском саду. А вы получали когда-нибудь валентинки? Я не помню дословно, что в них было написано, но, конечно же, получал. Получал и, наверное, уже в достаточно зрелом возрасте, в школе, не совсем юном.